Здравствуйте, друзья. Мы находимся в моем офисе в Портнов Компьютер Скул. Вот тут Сергей, наш админ. У Сергея в руках открывашка. Да, покажите открывашку. Для коробочек. Пришла коробочка. На коробочке написано «Подарок». Прошу. Давайте, значит, подарок для Михаила и Светланы. Да. Ну, я думаю, раз такое дело, значит, а есть такой жанр в киноискусстве, как открывание, да? Unpacking. Да. Вот. У блогеров unboxing. Unboxing, unpacking. Это то же самое. Unboxing, unpacking, да, то же самое. Раз. Так, ну, коробка большая. Вы знаете, сейчас такая тенденция, друзья, что коробка большая, а там маленькая, там буквально бусинка. Вот. Ну, давайте. Давайте посмотрим. Так, что там у нас? Ой, это такой восточный набор. Так, ну-ка, давайте. Очень богатая тюбетейка. Две. Даже две. А, для Михаила и Светланы. То есть, получается... Так, а я не понял. Я думаю, что с висюльками это женская. Да, это, наверное, женская. С висюльками это женская. Давайте мы какую-нибудь женщину позовем. У нас есть какая-нибудь женщина? Жанна, иди сюда. Иди сюда. Ты будешь в роли женщины. А где здесь вперед, так. Где зад? Это видно. На лбу. Я в роли Ханумы. На лбу короткий. Будешь Ханума. Так. Ну, а так нахлобучить можешь? Так оно налезает? Так. Ну, давайте, вы одеваете большую тюбетейку. Большую тюбетейку. Так. А, мне кажется, там нет начала и конца. Что там такое? Ну-ка, давайте я попробую. Нахлобучить тяжело. На себя. Жестковатая. На себя так жестковатая. Ну, так. А мы еще третью тюбетейку. Слушайте, там такое ощущение, что там вставлено специально для жесткости. Нет, нарезает. У меня такая. Так, тут еще тюбетеечка. Ну-ка, давайте. У меня такое ощущение, что это набор на все случаи жизни. Так, берем халатики. Это халатики, да? Это непонятно что. А что это? Это какой-то халатик. Да, смотри, так, это, мне кажется, точно, это, халатик? Мне кажется, это женская. Это, по-моему, к этой тюбетейке. К моей? По-моему, да. По цвету. Смотрите. Ну да. По-моему, подожди, это... тогда, а тогда второй. Давай попробуем. Второй. Слушайте, богато, расшито. А это явно. Слушай, так, вот это так. Вот какая красота. О, речка. Жанна, а ну-ка давай. Заходи. Представляешь, мы со Светой оденем это дело и пойдем по Санта-Крус гулять. Представляешь? Ой, идут такие два. Это было бы. О, Жанна, у тебя еще и кофточка подходит к этому. Ну давай, покрутись. Как? Давайте я пройду сюда. Как вам Ханума? Да, ты должна еще при этом говорить вай-вай-вай. Вай-вай-вай. Или вах-вах-вах-вах-вах-ва. Я не умею. Чего? Вай-вай-вай. Окей, так, давайте, одевайте тогда вы. Обалдеть. Это, меня это попробовать, ну, да? Ну попробуйте, что ж теперь делать-то. Она на меня налезет? Вот смотри. Не знаю. Да, так, третья тюбетейка, наверное, для Саши, для нашей. Так она. Так, по-моему, маловато будет. Ну, может быть, так, давайте вот что, давайте меняться. Меняться камерой. Берите камеру. Вы берите камеру, а Миша обрядит. А я буду уже. Да, ну там богатая роспись, понимаешь? Да, даже смотрите. Так, ребята, держите вот камеру. Посмотрите, вот это так. Вот все, это ручная вышивка. Да, подожди, давай я тогда сделаю вот, что я сейчас сниму свою жилетку американскую. Угу. Чистый замш. Так, окей. И, значит, облачусь вот в это. Правильно, да. Да, человек подарки слал, он должен получить удовлетворение. Да. Ой, как она золотом шита. Она легенькая, знаешь? Она легенькая. Да. Так, Жанночка, ты можешь мне подать, пожалуйста? Еще как. Затерялась рука. Да, да. О, так. Отлично. Так. Сзади подтянул. Ну, как она мне? Слушай, Миш. Да. Пойдите в зеркало, гляньте. Встаньте вместе. Так, иди сюда. Будет, встаньте, да, вместе. Ты надо же картинка. За Свету. Так. И буду за Ханому. Давай. Так, я так не знаю, какой надо жест делать там. Вай-вай-вай. Или вах-вах-вах. Так вот, но получается вы так? Ну-ка, да. Сзади там есть что-то? Обязательно. Очень красивая картиночка. Вот, да. А вот еще. Одна. Повернулись. То же и вторая. Самое. Да, красивая. Да. Это я прямо как это бай. Или хан. Ну, хан может быть чересчур. Да. Ну, в общем, богато, друзья. Да. Сопроводительного богато. Письма не было, поэтому мы не можем сказать. Ой, точно, а мне так нравится, это... вот шевелите, оно все, да, так значит, это. Нашего все, корреспондента подарочного зовут Надир. И он прислал это
не помню, из какого города, там на коробке написано. Ну, ничего страшного. Мы посмотрим по видео, да, там видео будет. Во всяком случае, вот... Очень красиво. Ой, Ханума, какой красивый тебя тибетик. И как красиво. Да, видишь, как я уже по-восточному могу. Да, акцентик. Вот. Да. Спасибо. Все, друзья, счастливо. Спасибо нашему как зрителю за такой замечательный подарок. Правда? Да, надеюсь. Все, Света будет очень рада, мне кажется. Мне тоже.